10 месяцев от Лидо, от сына Лидо и дочки Иго Бойншлюхт. Вот такой красавец. Улыбается. Очень активный. Веселый. Морда смешная. И рядом много друзей. Торик. Торик. В этом случае не подходить, иначе будет сейчас. Сейчас что-то будет. На тебе. Игрушечку. Обниматься. Обниматься будет. Тор, лежать. Сейчас я его положу. Не надо ложить. Пусть играется. Все, забрали. Вот Торика забрали. Он добрый. Не, это мелкий авторитет просто большой. Да. Мелкий. Торик, ты разрешаешь это, да? Тут главный. Самый главный здесь. На всеми кошки не пожалуй, только чеченский кот тут, который еще главнее. Да. Он гоняет всех. И Торика тоже. Все, будешь ждать теперь, да? Удобного момента. Торичек. Красавец. Вот такой вот красавец. 10 месяцев. Только исполнилось. От Арнольда и Сондры Бэтхаус. Кормик привезли. Это подруга его тоже. Вот такая смешная подружка. Торик сидит, ждет палочку. Да? Сейчас улучшить момент. Сейчас получит. 100% получит. Нет. Все, палочка его. Если бы это была косточка, то это было бы. Косточку бы не дали бы, да? Нет, тот да косточку. Какой хитрый, да? Тот мелкий такой. Мелкий отвернулся и все, Торик забрал косточку. Палочку забрал. Нечего было отворачиваться. Ну нельзя. Давай, вот, молодец. Лапками, вот лапками возьми правильно. Это правильно. Приносит он уже апорт, но... Апортировкой занимается, да? Потому что так мама говорит, но удовольствие и радости к нему так равнодушно. Да. Но приносит, потому что так надо. А вот кто-то тут, кто-то здесь. Погнал, мелкий погнал. Когда мы на море, я даже в воду сегодня, он плавает. Плавает, да?